Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Ну а на космодроме Восточный, где сегодня прошла двусторонняя встреча Путина и Лукашенко, российский президент выразил благодарность всем российским солдатам и офицерам, которые принимают участие в спецоперации России на Украине. И впервые прокомментировал страшную провокацию в Буче. Что касается Бучи, ну послушайте, я разговариваю с коллегами из западных стран часто, до сих пор. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Раке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, про самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно вот трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого. Никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбе. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. Происходящее сейчас Путин назвал сломом системы однополярного мира, который возник после развала Советского Союза, отметил, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.